Знать обо всем на свете уже не кажется так сложным, особенно когда речь идет о Семене Ульяновиче Ремезове. Знаменитый тобольский историк, архитектор, строитель, картограф внес значимый вклад в развитие не только Сибири, но и всей страны. А вот знают ли его дети, покажет одноименная Олимпиада. Быть такими же, как Ремезов, наверное, мечтают многие школьники. Чтобы ответить на вопросы, посвященные ему и истории Тобольска, ученики изучали биографию сибирского гения, открывали для себя Семена Ульяновича с разных сторон. Как много он сделал для нашего города Тобольска. Он построил белокаменный Кремль, единственный в Сибири, который есть. Он начал его строительство, проектировал со своим сыном Семеном-младшим. А также у него за спиной большая военная служба, что также повлияло, можно сказать, на историю России. Это меня удивило. Я, если честно, при изучении был просто поражен, что один человек может столько уметь. Недаром его сравнивают с да Винчи, что талантливый человек талантлив во всем. И именно благодаря таким людям наш Тобольск знают, по крайней мере, во всей России. Школьники должны осилить 20 вопросов за 15 минут. Помимо биографии прославленного ученого, проверяют знания и о научных результатах его многолетних трудов. Для многих чертежная книга Сибири стала настоящим открытием, а фильм «Тобол» напитал историей, и там ребята нашли ответы на сложные вопросы. Я смотрела фильм «Тобол», сериал. Я смотрела, изучала исторические материалы какие-то. Сходила в Кремль, посмотрела, прониклась. Были вопросы про сериал, были вопросы про фильм, про актеров тоже были вопросы. И это помогло меня настроить на нужный лад, чтобы мне вдохновленно отвечать на вопросы. Первый этап городской олимпиады школьников Ремезов проходит в образовательных учреждениях. Лучшие знатоки выйдут в финал. Он состоится на съемочной площадке телекомпании «Тобольское время». Наш телеканал является соорганизатором интеллектуального состязания. Бороться за победу будут 27 марта. Светлана Галькова, Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. «Тобольское время».